Ждем. Ладно. Благо здесь есть скип времени. Когда буду завтра проветривать книги, поищу. Сам давай. Ворота закрываются в 11. Ты ничего не это, не? Ладно. Сейф. Насыщенный день был. Насыщенный день был. Шуэн. Тюэн, я ложусь спать. Спи крепко. Ксуинг. Good morning. Доброе утро. Did you sleep well? Yeah. Спал хорошо? Да. Уже утро. Sleep well. Уже утро. Хорошо. Поехали. День два, второй день работы. Так будет в ближайшее время продолжаться каждый день наш. Good morning. Доброе утро. Good morning. Доброе. Та же задача, что и вчера. Так не трать время, пошли давай. Не роняй, будь осторожен. Да, да. Хорошо. Gotta start. Нужно начинать. Улиншу. Это книга Жу. Заперто. Надо будет спросить Ксуян. Чтобы точно не пропустить момент, а то я не знаю, когда конкретно это нужно сделать. Я тоже, я только на японском играл. Я привык к этому всему этому. Аригато, майдари! Вот этому. Но то, что есть еще и английская озвучка, это вообще для меня... That's the way to go. Ну, я знал, что она есть. Но я не... Именно, чтобы еще перевод был на русский. Не. That's the way to go. That's the way to go. Ты ближний возьмем. Все ближние заберем, а то... разворачивается так неудобно. Бежать просто далеко больно. Чё эта мелодия похожа на этот? Would be happy. Bring the piles out. Это неплохая практиковка, это крутые, так что. Просто дальше будет много путая. Если у вас музыка, которая раньше нравилась, а сейчас вы терпеть не можете. Вряд ли. Я человек привычки.
Есть музыка, которую я один раз услышал, она меня бесит. Это без проблем. Ну вот, давай, мешать мне будем, да, давай. Вы, наверное, устали. Чайку? Спасибо. Да, самое время меня отвлекать. Чтоб я не успел до 12, дверь закрылась, да, давай. Потратим 20 минут на чаек. Нравится? It's good. Хорошо. It does matter, хорошо или нет. Может еще? Не-не, okay, спасибо, больше не надо. Ну ладно, давай еще одну. Well, just one more. Только одну? Sure. Хорошо. Что-то не так? No. Не, мне показалось, ты похожа на... Похожа на кого-то? Who? На кого? A cat. На котенка. A cat? Котенка? Возле моего дома жил котенок. You? Ты... Ты говоришь, что я выгляжу как кошка? Нет, только твои глаза. Ты одно и то же. Большое спасибо. Эй. Теперь вы понимаете, наверное, почему я говорил, что она похожа на кошку. Что и почему я ее называю кошкой. Я не помню, как ее зовут, но я помню, что он ее с кошкой сравнивал, а от этого почему-то взбесилась, я не знаю. Это что-то прям супер странное. Мне кажется, любую девушку сравни с кошкой, она наоборот счастлива будет. Ну, не любая. Но точно злиться не будет. Так, как это. Спасибо! Надо собачницу. Похоже на до. Не умеет еще комплименты делать. Молодой еще ему, 18. Еще научится. Перейдет с этой фазы на фазу, типа это. Ты этот, такая у тебя, это вот это вот, вот голова красивая, вот это, знаешь, вот эта фаза. We're almost done. А вот это твое туловище, вот это вообще нормальное. Твое. Короче, го мутить. Как тебя зовут, Фина? Странное имя. Не умеешь ты девушкам комплименты делать, Виз. Ну то это, короче, вроде не крокодил, да я и сам ничего такой. Может, что и получится. Пели мы до 12. Наверное, вы устали. Наверное, вы тоже устали. Я займусь уборкой позже. Увидимся завтра. Yes. Да. Увидимся. Нет, Аркадия будет чуть дальше. Где будет через 3 игры где-то или 4? Может быть раньше? Чен, пожалуйста, дайте мне посмотреть на Вулиншу. Вулиншу? Я слышал, Ян Дажу написал эту книгу. Есть кое-что, я хотел проверить. Нет. Почему нет? Пока тебе это не нужно. Пожалуйста, подождите. Пожалуйста, покажите мне Вулиншу. Опять мимасы сейчас будут, да? Попробуй. Мимасы Шенму пошли опять.
Даже один листочек невозможно поймать, если недостаточно спокойный, чтобы сконцентрироваться. Сейчас все, что у тебя есть на уме, это месть. Ты нетерпелив. Спокойся, чтобы понять истинную природу вещей. Настоящая природа вещей? Тогда вы поймете, как поймать падающий лист. Только тогда поговорим про Булиншу. Здесь есть суперсекретный мимас, который я не знаю, как найти. Иногда с дерева падает перо птичье. Если ты его поймаешь, вдруг выяснится, что на дереве есть гнездо. Просто ни к чему не обязывать, но просто дополнительная катсцена. Можно также поймать два листа одновременно, но опять-таки я не ебу. Ну вот. Timing for catching the leaf is important. I did it for the rock. Now you know how. Теперь ты понял. Yes. Да, вы обещали, пожалуйста, дайте мне посмотреть Булиншу. Не похоже, что ты полностью успокоился. Но catching it once or twice doesn't rid you of impatience. Пару раз поймать листок не избавит тебя от нетерпимости. Поймай три листа подряд. Вы серьезно? Тогда поговорим про Булиншу. Понял? Три раза подряд. Мимасы, Шенму. У меня выбора нет. Буду до вечера стоять листики ловить. Хули еще делать-то? Хуя себе, я вовремя нажал, даже звука не было. I got it. If I can catch just one more. I got it. I got it. Я понял. Ты освободил свой разум от лишних мыслей. Но дар от чистого разума, как зеркало, и вам тебе еще далеко. Разум чистый, как полированное зеркало. Чисти разум, как тихая гладь в озеро. Сконцентрируйся разум на себе, оставайся хладнокровным. Состояние ясного ума, словом чистое зеркало. Оставайся хладнокровным, сконцентрируйся на себе. Ну вот, как и обещала. Береги его, ты единственный экземпляр. Понял? Чё она каждый раз говорит «понял»? Ты меня на «понял» не бери, понял? Ян Дазу. Это книга. Синьгуан. Северный стиль, базирующийся на Ваньгуан. Это... Суминьзяо, мастер стиля глотающего тигра. Суминьзяо. Ты помнишь Суминьзяо? Внезапно японский. Лэнди говорил о нем. Что это за листок?
Я даже... Он должен знать, почему убили моего отца. Листок бумаги — единственная ниточка, которая может привести к нему Кьюандажу. Получено Волыншу. Так. Угу. Master Tao instructed you to do. That is a good sign. Yes. Повтор. What is this? A book of moves. Каждый день, короче, если ты выполняешь задание, то получаешь прием от него. Thank you. Ты не думал у него спросить, не? Ну ладно. Хорошо. Тогда я буду еще абсолютным психопатом. Нет, я иду сначала в книжный. Если тот мужик про Яндажу узнал что-то и про книгу знал, возможно, он знает что-то еще. Но если он не знает, я просто пойду туда, куда нужно идти, потому что я помню, куда нужно в итоге прийти вроде бы. Простите. А не могли бы мне сказать, что на листе бумаги? Похоже на какой-то код. Откуда вы это взяли? Я нашел у межстраниц Валиншу. Это лист бумаги выглядит довольно старым. Возможно, владелец антикварного магазина может сказать что-нибудь. Антикварный магазин? Спасибо. Вы знаете антикварный магазин поблизости? Выходите из магазина, поворачивайте налево, увидите лестницу слева. Спускайтесь по ней, увидите антиквар и Мэнмо. Следует повернуть налево, спуститься по лестнице. Правильно? Правильно, спасибо. Осень, осень, опять. Ты думал, та лестница? Я тоже. Нет, вот эта лестница. Мэнмо Антик. Вот сюда бы мне и нужно бы зайти. Где тут вход-то у тебя? Мэнмошечка! Так, добрый вечер. А продавец имеется? А у тебя ничего тут на продажу нету? Что-нибудь античную и красивую, а то у меня 10к есть. Простите. Пожалуйста, входите. Вы знаете, о чем этот документ? Антикварное собрание — лучшее место, где можете спросить об искусстве в округе. Че? Я понял, сейчас я пойду. Чего, блядь? Собрать антиква... Че? Это название магазина? Где карта? A map of this area. Это медицина, я подумал, это оно и есть. Так, окей, ладно. Приблизь, пожалуйста. Ой, блядь, так близко-то зачем? Да, убери вниз. Так. Что бы это могло быть? King Ransom Menmo Apartment. Собиратель антик, вон оно. Снизу по дороге, по кругу, окей. Сюда вроде, да? Я мог бы еще и здесь, наверное, спросить, да? Здесь тоже античный.
А у тебя что есть? Свитки, может быть? Я бы все купил бы. Кстати, по поводу этого. Простите. А знаете, что это значит? Где вы взяли эту бумагу? Она была в середине книги у Линшу. Тогда спросите у коллекционеров антиквариата. Коллекционер антиквариата? Немного чего знать о таких предметах. Понимаю, понятно. А ты не коллекционер? Просто... Было похоже на то, что у тебя магазин называется антиквариат. И то, что ты меня послал, хуй пойми, куда? Я... Окей. А, Дарору. Да, можно игрушки убивать, только что-то не вижу смысла. У меня в первой части большая часть этих игрушек как бы уже собрана. А новых здесь не то, что прям много, только Virtual Fighter, если... Вот это что это значит? Знак Шаван. Это что, с шавухами? Да, это код, с помощью которого мастера боевых искусств общаются между собой. Могли бы рассказать побольше. Я только слышал от Гуиксан давным-давно, это все, что я знаю. Ксиан? Говорите о Гуиксан, живущего в апартаментах Янтина, да? Да. Хотите узнать о Шаван, спросите Гуиксан. Спасибо. Окей, понял. Чего, блядь? Чё ты, босс, написал, сам понял? Диских качелей на монетках. Что, блять? Что? Хотя не, тут Qtase были еще другие аппараты новые. Я какой-то самолетик убивал, же это же другой был ящик. Не забыл совсем про это. Просто здесь ты ходишь в основном в тех порталах, где их нет. Поэтому я что-то не вижу смысла возвращаться назад. Ну, то есть можно было бы, но... У меня 10к денег, и я даже не знаю. Были сбоку у прилавков. Кто? Эй, боссман, что ты как? Принеси, пожалуйста, и зеленые пассатижи. Чё? И зеленые пассатижи. Что ты, блин, пытаешься повторить то, что я понял? Что? То, что я не понял, я нихуя не... Какие качели, блядь, чё? Excuse me. Извините. Гуишан? Гуишан. А, это ты. Hello, Гуишан. Простите меня, Гуишан. I have a question. У меня есть вопрос. Do you know what this is? Вы не знаете, что это? Where did you get ты где это нашел? In the library, нашел в библиотеке в Кран-Мо. Кран-Мо? Yes. Да? Why keep standing? Нечего тут стоять, входи. Why you keep standing? Come inside. Giggity. Yeah. Have a seat. Садись. У тебя на готове всегда 4 чашки. Вы знаете, что это значит? Это знак Чаван. Шаван, Чаван. Чаван, Сань. Секретный код, который использовался мастерами одной школы. Это знак Чаван. Это символы. Были написаны на письме к моему отцу.
Небеса обозначают время, земля — место. Время и место. А дракон и товарищ? Товарищ — это человек. Дракон означает действие. И что, они написаны так? Позиции чаш соответствуют буквам. Начинать с левой чашки, двигайся от небес к товарищу. Как насчет этого? Наверное, знак, который показывает принадлежность к кругу Яндажу. Товарищ Яндажу? Главное, запомни расположение. Вверх, вниз. Окей. Хорошо. Поставь чашу и жди. Если помощь Яндажу заметит это, он подаст вам знак. Теперь сам попробуй поставить их так же. Вот это место слишком графенное какое-то. Я не знаю, тут что-то, блядь, и отражение сразу. А затем жди. Ждать. Чайку. О, правильно, не забывай этот знак. Есть другие знаки, которые могут быть опасными. Будь внимателен, не выложи другой символ. О, господи. Что с тобой чай-то делает, ёпта мать? Я понимаю, я буду осторожен. Спасибо большое. Дедрич бабуля засиделся до 11. Даже пирожками не угостил. Ну что такое-то? Что такое? Ни блинов, ни пирожков. Что такое? А еще бабуля называется, смотри. Вот ты, брат, что ты делаешь? Мог бы постучать. Извини. It's okay now. Все хорошо. Так хорошо, что даже фотографию уронила. Туда положил, куда надо хоть. 8 утра, самое время поработать. Где там котик-то? Где там крыса? Вот она. Все еще злая. Доброе утро. Morning. Утро. Ты уже проснулся? Sure. Да. I want to ask you, хочу тебя кое о чем спросить. Do you know a person, а ты знаешь Jumin? Человека по имени Жумин? Жумин? Do you know? Ты знаешь? Сохранишь это в секрете? Sure. Да. При первой же возможности заговорю об этом. Шуян выросла в приюте. Приюте? Да, вместе со старшим братом. Зумин ее брат? Так он ее брат? Да, но однажды Жумин ушел. С тех пор больше никто про него ничего не слышал. Я этого не знал. Это все, что я знаю. А откуда ты все это узнала?
Я выросла в том же приюте. Она тебя под опеку взяла, что ли? Когда ушла? Ну ладно. О, самое время поработать. Разбей, так сказать, ляжки. Ой, поехали. Same task as yesterday. I got it. Make sure you don't drop them. Be careful. Граждане, тунеядцы, хулиганы, кто ходит работать? Келлюс, это общежитие. Вероятнее всего. Это все-таки Китай. Людей много. Хотя, может быть, он там где-то есть. Тут, конечно, больше не... Где туалет? Интересует вопрос. Кухня? Там даже кухни нету. Bring the next pile. В этой квартире. Квартире. Если это квартира. Они действительно общежитие. Просто с койкой. The next pile, please. Как она, будучи сиротой, не имея ничего за плечами, смогла стать мастером кунг-фу и открыть свою школу? Охуеть, ну. Даже сколько надо было откладывать на завтраках. Да? Юный бизнесмен. Продавала булочки рядом со столовкой подешевле, ну или подороже, не знаю. Подороже, наверное, так будет лучше. Скупала все и продавала подороже, вот так вот денег насобирала, по-любому так и было. Где ты таких слов набрался? Отпиндолить? Что за слова, боссман? Грязный приставун. Боссманы есть евросеть, ага. Нейросеть он. Че его заменять-то?
Да и плюс мне одной, наверное, нейросетитов чего-то хватает. Она мне про мараков рассказывает. Как думаешь, что будет, если зайти вот этот в чат нейросети, короче, и написать: расскажи мне историю про марака? Что будет? Я бы послушал. Видите, кнопку надо было нажимать, жесть. Окей, я закончил. Грязный пристал. О, мистер Некрайт, здорово. Похоже, вы все сделали. Yes. Да. С самого момента основания в храме скопилось множество книг. Мы проветриваем книги, чтобы защитить их от влажности. Спасибо, что отвечаешь на все вопросы. Лишь Алта удала нам время подумать. И знаете, что это означает? Мастер беспокоит, что вы можете потерять себя в стремлении мстить. Время поможет вам сконцентрироваться и вернуть себе хладнокровие. Но я... Когда пламя мести вырывается, мастер перестанет вырываться, видимо, мастер Тау расскажет вам про Яндужу. Про схуенду. Надо окно закрыть. Нужно успокоиться. Я говорю окно закрыть, а не успокоиться. Ты мне прием-то дашь? Дашь. Так я сейчас окно закрою. You're doing what Master Tao instructed you to do. That is a good sign. Yes. Here. What is this? A book of moves. Use it to practice. Thank you. Некрай, ты ж подписчик, да? Я правильно помню? Ну а что я до сих пор не вижу? Чью-чью-чью! Чью-чью-чью! Готовился, да? К предстоящему Space Channel первому. Up down, chew, chew, chew. Left, right, chew, chew, left, right. Так, куда мы идем? В чайное кафе. По-моему, есть Манмо ресторан где-то, нет? Я сейчас попытаюсь вспомнить. Может быть, где-то карта тут? Где карта ты? Воу-воу-воу-воу-воу! Это кто это там в розовой кофточке идет? Да ем! А you don't. Хай-фай Раш отдали дань уважения Space Channel. Вот это новости. Манмо бистро.
Пойдет такой ресторан? Похоже, тут могу знак указать. Давай. Okay, I'll start. Мы либо потратим время, либо что-то найдем. Уж больно графенистые эти чашки, я тебе говорю. С отражением, все как надо. Нет, смотри, кат-сцена, окей, за что-то будет. Так, я готов, наверное, на QTE. Что это? Парень, который только что ушел, сказал мне передать это вам. А ты что, повар? Встретимся в каморге с хаус. Окей. Это я знаю, где находится. Когх. О! Опять она. Я пытаюсь сообразить, мы отсюда придем вообще. Надо сохраниться, что-то я давно не сохранился, мне кажется. Еще файл надо посмотреть, да? Наверное. Тару-тару. Не. Так, альбом, ценники, учебники ударов. Ту-туф-туф-туф. 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 Бля, я хотел бы посмотреть, как бы новый Space Channel выглядел. Ну, блин, если, мне кажется, зайдет всем этот... Как ее там? Ну, да-да. То, что там... Ну. Ну, да-да. Ну, как я? Ну, вот это вот, то, что сейчас выходить будет. Сам Бадамига, если, мне кажется, зайдет людям, то, может быть, будет Space Channel. Не, что-то сомневаюсь, конечно. Ну, было бы прикольно. Там Сегу сейчас пойми, чем они там занимаются. Делают они вообще игры. А то это что-то вроде ремейки обещали каких-то игр. Старых. Что-то пока я ремейков не вижу не особо. Чё? Внезапный туториал приемов? Рио. Рио. I saw you with Master. Вы убили мастера Жушана. Я Минзен, как вы поживаете? Мастер хотел с вами повидаться. Мастер Жушан? Хотел видеть меня? Time, если у вас есть время, зайдите. Давай сейчас зайдем. I think I will. А я возьму и вот-вот зайду, да? Добро пожаловать. Продолжайте. Что это за текст был левый?
Да, я слышал, спасли Гуоксянга от этих бандитов земных акул. Ну, не то, чтобы я спас ее. Вы были окружены, дрались со многими, когда вы нападали. Когда нас нападает много противников, вам могут сильно помочь броски. Благодарить вас, что вы спасли моего друга, я покажу вам движение. В случае такого близкого контакта противник может стать щитом и бросая его, вы можете остановить передвижение других. Альтернативный бросок дефолтный. Схватите противника и выведите его из равновесия. Ринджан, стойку. Ты будешь щитом. Короче, нужно схватить противника, я так понимаю. А теперь нажать вниз. Какой там бросок, блядь? Вверх. Вперед. Последняя попытка, брось его в мою сторону. Good now. Как у вас освоили это движение? Думаю, да. Боевые искусства должны помогать людям. Я надеюсь, что я был для вас полезен. Спасибо большое. А зачем тебя блокировать? Я слишком стар для этого дерьма, блокировать. Тут контратака есть. Он же, блядь, как... Какие блоки, блядь? Он чё? Он специалист по джиу-джитсу. В джиу-джитсу нет блоков. Контратаки есть. Тебя бьют, ты перехватываешь руку и бросаешь. Всё. Какие, блядь, еще блоки еще ему? Ага, конечно. Не туда. Так, я на всякий случай здесь сохранюсь и вдогонку сделаю здесь safe state, чтобы, если что, можно было перезагрузиться по-быстрому. Что-то вот так. Ну, я пришел, чё? Я этому челу, кстати, так и не заплатил. Я ему должен сколько там? Долларов 60-70. И он даже не спросит тебя ни о чем. Забавно. Твое лицо выглядит знакомо, я не должен тебе денег. Ты мне не должен денег, честно. Да он просто пришел и сел, да? Ахищай. В гостиницу заходи. Да. Да. Тебя. Hello. Здравствуйте. Я видел знак Чалан. Кто вы? Я ищу Йонда Жу, не правда ли? Прямо сейчас идите в парк Мэнмо, квартал мудреца. Да. Приходите прямо сейчас. Парк Мэнмо. Мэнмо парк.
Окей, ладно, там, перед парком сохранюсь, да. Лягушки очень вежливы, если лягушка будет вести машину перед человеком, она выйдет и скажет: «Доброе утро, сэр». Тебе определенно нужно нет, тебе не нужно посмотреть, нет, все. Я передумал. Хотел посоветовать тебе посмотреть амфибию, но вспомнил, что там пауки есть, поэтому нет. Нет, это ты не будешь смотреть. Но лягушек там много. Я как это место вообще нашел? Что это, блядь? Что за секретные проходы, ёпта мать? Откуда я взял это место? Чё? Чё это вообще за проход? Лягушки едят пауков? Ну, в том мультфильме скорее наоборот происходит. Потому что лягушки там маленькие, в отличие от пауков. Парк Мэнмо. Ой, блять, как его найти-то, этот парк? Я вообще где нахожусь-то? Твайсбен квартал? Здесь, кстати, помню, где-то можно знак тоже поставить. Looks like I can make the sign there. Не-не-не-не-не-не. No, not now. Ну, это место тоже прикольное для знака. Вот особенно прикольное для знака. Я думаю, наверное, даже мы его здесь сделаем, почему бы нет. Сначала нужно найти Мэнмо. Блять, я куда-то ушел, хуй пойми куда. Приходи прямо сейчас. Это золотой квартал. Золотой квартал мне не надо. Из него можно было, наверное, выйти. Хотя нет, вот там двойной, сдвоенный проход, да, вот туда нужно. Ау! Вайзмен квартал. Нам сюда. И здесь парк. Где-то. Ну, видимо, вот там. Блять. То есть они меня заставили идти вот туда, чтобы вернулся я назад вот сюда, да? Шедевр, блять. Бесплатная игра про лягушку хоррор. Звучит охуенно. Здесь будет какой-то я, по-моему, насколько я помню. И я его всегда факаплю. Ты звонил? Yeah. Да, я ждал тебя. Хуба! Хуба! Спасибо... On, guys, спасибо Тому. Тому за прием. Come. Ну давай. Блять, надо поменять приемы.
прикольно, что полоска ХП появилась еще у противников. Я же в первой части ты не понимал вообще, что происходит. Окей. А третий что? Вернее, четвертый. Тоже драться хочешь? Давай. Ну и что-то напал на меня. Ты тоже ищем. Мы тоже ищем Юандажу. Что? Юандажу всегда назначал встречу в столовой Дуджуан. Он с недавних пор там не показывался. Мы искали его, когда видели ваш знак. Столовая Дуджан? В квартале удачного очарования. Хорошо. Обеды. Дуджанг. Lucky Charm Street. Или квартал. Так я на самом деле хочу в этот вот сходить. Ту фигню, где мы только что были. Ну это я, блин, вообще не туда иду, да? А может быть это оно и есть? Так, там South Carmine. Не то немного. Так, на левой развилке или на правой? Помнить бы еще. Scarlet Hills, это понятно. Lucky Charm. О! Charm Quarter. I have it. Don't подруга наша, это Кыса! Кыса! Я видел тебя. У меня какой-то карты одной нету. Это не то, да? Гонконг, Тишоп. Тут, блядь, прям много кафешек. Нет, это не то место. Мне, я изначально хотел в другом месте все сделать. Тут, типа, да, можно в разных местах это все делать. Я на первом часу, когда лор был, говорил про эту фигню. Это у меня есть? А, это тот же район, что ли? Что типа, вот. Есть несколько ресторанов, можно в любом сделать, в принципе. В каких-то ничего не произойдет, в каких-то что-то произойдет. И дальше от этого уже будет дальше сюжет развиваться. Вот. То есть такая нелинейность небольшая. Так, здесь что у нас? Так, тут Gold Street, нет. Да я думаю, не из-за людей пожертвовали озвучкой. А из-за того, что это дорого. White Dynasty. Вот здесь я не был, наверное, да? Вот тут я хотел вроде сделать. Тут пробегали. Тут сцена будет забавная. А чё ты пробежал мимо-то? Или ресторан не работает уже? Давай. I'll make the sign here. Да в смысле пираты вырезали? Нет, тут есть.
Не у всех есть озвучка. Кстати. Не, надо было сохраниться. Может, сохраниться пока не поздно. Эй! Думаешь, что я дурак? Секунду. Чтобы не проебать. Просто это больно охуенно. Лучше вам заплатить, вы здесь ведете бизнес. Кто сказал, что можешь продавать здесь уток? Нет. Что это за пацан? Готов драться? Ты чё, пес? А ты чё лезешь? Ты в порядке? Да. Ну давай я сражусь с вами. Вы чё? А ты кто ты такой-то вообще? Я нажал Б, пиздёж. Тебе больно? Беги. Подожди, пацан. Да кто ты вообще такой? Хуйта полная. Я переиграю. Сейчас посмотрим, что будет. Он просто пролежал здесь, да, и встал. Здесь нет такого, что типа, ну, по большому счету, что переигрывать можно. Я лучше загружусь просто. You better pay for doing business here. Who said you could so touch you? Я же нажал Б. Что, блядь, не так? You ready to fight? What are you buddying for? Are you all right? Yeah. I'll fight you instead. Who do you think you are? Хуба! Хуба! Быщ! Даем! И самый главный. Король вечеринок. Черт, нужно было знать в этом Юан. Или это не здесь? Подожди, я не помню. Бляха. Это не тут, что ли? Твою мать. Ладно. Больно? Нет. Мне повезло, ты на самом деле сильный. Пожалуйста, возьми с собой утку. Ты не знаешь, где обычно собираются люди? Место вроде бара или столовой. Дай подумать. Насчет столовой, Джен. Да. Поднимись здесь по лестнице, иди налево. Хорошо, спасибо. По какому-то случайному обстоятельству, да, пацан знает, куда идти, короче. Не, это не та сцена, какая-то другая сцена была, там просто... Это прям... Ты бьешь, короче, кучу людей, и в какой-то момент появляется чувак. С арбузом. С арбузом. И он такой просто, блядь, тебе пиздец. И кидает тебе арбуз. Шедевр, нахуй. Я не помню, где это. Может быть, это еще будет, но это просто это шедевр момент. И тебе, короче, нужно арбуз рукой разбить, пока он летит в тебя. Я почему-то подумал, я помню, что там узкое пространство было. Но, может быть, я говорю, это еще будет. Но это шедевр, я тебе говорю. Если это мы еще увидим, это прям огонь. Так, Доу Джинг Дайнер. Оно открыто еще? Че там на часах-то написано? Давай. Блять. Сука. It's not open. А ты можешь подождать? Рю, скажи что-нибудь умное. It's not open. Даже не подождать. Я могу здесь время сэкономить. Okay, если здесь никто не придет, я просто время потрачу и все.
Да, отлично. Все хорошо, и мы просто завтра начнем с этого места. И нам никуда идти не нужно. Не то место, надо найти другое. Соседнее, например. Я тебе расскажу, Рио, почему это другое место тебе нужно. Ты удивишься. Когда ты сел, ты загородил стол весь с улицы. Дурачок. Кто ж так садится-то? Нужно было с другой стороны сесть, чтобы люди, которые мимо проходят, видели твой знак. Нет, чё, блядь, заградил свою спину и здоровье. Спи крепко. Good night. Спокойной ночи. Да, это так работает. Закрыл глаза и уснул сразу. Восемь ноль один. Проспал, что ли? Уже утро. Пожалуйста, вставай. Yeah. Да, thanks. Спасибо. Подушка стильная. Перекомнату, это наш дом? Ну, типа, да. Им уже остановиться негде, кроме как в этих, в гостинице. Платить деньги. А тут он на халяву живет и вот чай пьет на халяву. Make sure you don't drop them. Be careful. All right. Gotta start. Короче, я тут понял, да. Может, ты сам свои игры поиграешь? Свои игры поиграешь, может, ну? Для разнообразия. Bring the next pile. Хотя не. Ты потом будешь сидеть, короче, это... И бубнить на тему того, что... Ой, что-то не смотрит никто. Кто спорит, что чай полезный? Чай еще и вредный, кстати. That's the way to go. Да, реквесты только в путь. That's the way to go. Что-то я зачастил стримы днем, смотрите, кошмар какой-то. Да, я пробовал кофе в баночку. С перекрестка. Ну, холодная. Bring the next pile. Грузчик однажды, грузчик навсегда, прежний имя сюда. Так и есть. Это Роман. Грузоподъемные работы. Да. Bring the piles out. Наткнулся на человека, который Resident Evil проходит днем. Так бесит сидеть подсказывать людям, прям вообще ужас. Let's keep up the pace. The next pile, please. Ну, там еще чувак сидел, короче, каждые две минуты говорил, что типа он 150 раз проходил Resident Evil. И типа в нем нет ничего сложного во втором. Бля. Ничего сложного в Resident Evil 2 нет вообще. До 150-й попытки, да. А потом самое смешное, что я вспомнил этого чувака и вспомнил, что я его забанил, блядь. Потому что он каждые 2 минуты говорил, куда идти нужно.
Забавно. A few more, keep it up. Да, нет, не Архимон. Другой. Другой тип. Ну, кстати, и там подсказывал, сидел. Угу. Я поржал с комментариев, конечно. Типа, знаешь, она сидит, говорит, бля, там типа это, меня монстр убил. Как мне себе, его можно убить, этого монстра? Какого монстра? Спрашивает. Она говорит, ну монстр, он из двери вышел. Ответ охуенный просто. Так это ж Хантер. Я сижу, блять, а она-то откуда об этом знает? Откуда она должна это знать? Она же еще игру не проходила. Так это ж Хантер, хули. Логично же, блядь. Ору просто, блядь. Прошел 8 раз Countdown Vampire. Блядь, иди сюда, обниму тебя. Иди сюда, обниму тебя. Ты заслуживаешь объятия сейчас. Потому что, ну, человек, который 8 раз колдал вампир, прошел, знает, что такое иметь при себе 850 тысяч ключей. Ему нужно объятие. Кажется, мы сегодня закончили. Как долго мне это делать-то? Шаутау имеет на то свои причины, будь терпелив. Извините. Подожди. Раньше занимались боевыми искусствами? Да, конечно. Я интересовался японским боевыми искусствами. Если это вас не затруднит, хотелось бы посмотреть на ваше движение. Хорошо. Здесь недостаточно места. Сюда. Ни разу True Ending не вышел. Я, мне кажется, сразу True Ending получил. Не помню. Помню, что там три босса было в конце. Повторно. А потом еще после них кто-то. Какой-то демон, что ли, или наоборот. Не помню. Что это было за движение? Удар в стиле Хазуки. Стиль, который объединяет нападение и бросок. Спасибо, это было полезно. Да, я покажу вам удар, короче, в ответ. Это удар паровозика? Чу-чу-чу! Хуя себе. Это называется удар лондинг. И это одно из важных основных движений. В боевых искусствах Китая каждый учится проявлять силу в этом ударе. Дальше идут уже практичные удары, различные вариации. Хотели бы изучить движение? Да. Ну, я так подозреваю, вперед-вперед X. И сначала покажу вам в общем. Смотрите внимательно. Напрягайте ваши ладони и ноги, когда делаете шаг вперед. А, вперед окса? Теперь попробуйте сами. А ну. Мне нравится вот этот пафос, когда
круто выглядит. Вы можете обладать кунг-фу за один или два дня. Нужна ежедневная практика. Например, удар лонгдинг. Встаньте в позицию. А, у него есть еще развитие. То есть удар. Есть другие вариации, пытайтесь их сами найти. Спасибо большое. То есть, типа, мне нужно нажать Y, парировать атаку и сразу вперед X делать. Ой, как сложно, блядь. Что мы делаем? А, со вчера. Это хоть оно? Доджинг? Доджанг Динг, да? Доджуан. Hmm. Looks like I can make the sign here. Okay, I'll start. Хорошо, попробую. Countdown Vampire вообще страшная игра, блядь, для прохождения. Пипец какой-то. Мало этих ключей, так еще, блядь, эти вампиры ебаные, которые не умирают, постоянно поднимаются. Еще типа, каким молоком непонятным нужно брызгать, блядь. Жуть. Патронов никогда не хватает, потому что противники постоянно респавнятся. 8 часов. Мне, блин, одного раза этой игры хватило. Кошмар. At Dojang Diner. Это Ворки Люкс. Саня, чё? Так, он сказал сюда и в 8, правильно? 8, помню, да. Идём. Делить ужин при свечах. А в 8 вечера же оно закрывается, нет? Простите, что заставил ждать. Это вы? Я работаю, но я дожу. Я ищу его. Почему вы ищете Яндажу? А вот и он. Блять, я приемы не поменял. Сика. Тут, кстати, можно кого-нибудь на стол швырнуть, по-моему. Хопа, блять, не успел. Да сдохни там уже. Повернись на чувака слева, или не справа. Окей, нормально. Но прием надо поменять. Если кто-то напишет у меня приемы, я буду выглядеть признателен. Что я забуду сейчас. В момент. Куда он пропал? Его схватили. Куда они пошли? Квартал Белой Династии. А, вот оно сейчас будет. Оно сейчас будет. Готовьтесь, блядь. Сейчас такой экшот будет, а я дрел. Да. Давай, скорей. Damn.
Быщ. Зарэмбили. Хоба! Баем. Арре! Промахнулся. Слишком быстро кнопку. Вот он! Умри! Получи! Он, блядь, хотел арбузом нас убить. Я тебе говорю. Это, блядь, лучше. Опа! Арбуз, блядь, топ. Ты? Чё там? Хоба! Нехорошо нападать со спины-то, еще и за трубой. Маленький говнюк. Самое время кое-кому из тени появиться. Давай, позабавимся. Ребят, взять его. Мы еще встретим. Ой! Что такое, падаешь? Руку повредила, ай-яй-яй, как. Нехорошо, что происходит? В порядке? Я тебе говорю, Шаутау просто хуячит только в путь. Она за секунды три, наверное, уложила всех еще так, что никто не слышал даже. Ты знаешь Юан Дазу? Вы... Меня зовут Рио Хазуки. Это письмо Юан Дазу? Ивао Хазуки ваш... Мой отец. Его убил человек по имени Лэнди. Это свеча, прям огонь. Власть Чиюмен уже распространилась по Японии. Она чё, бог? Она хуже. Меня Зань зовут. Я работаю с Юндажу. Где он? В настоящий момент я не знаю, где он находится. Он прячется в Чиомин. На Чиомин находится на него. Что мне делать? Можете кое-что сделать. Но это очень опасно. Я сделал все, что нужно. Тогда найдите Рена из Банды Небес. Рен из Небес? Человек, который охотится на Жу, это Дуниу из Желтой Главы. Дуниу? Дуниу из давний враг у него. Возможно, у него есть какая-то информация. Рен из Небес. Вот кто там нужен. Да, в Абердине их база. Хорошо. Абердин. Вообще в начало игры идти. Абердин, охренеть. Спасибо большое. Я ответил? Она хуже. Рен опасный человек. Будь осторожны. Она хуже Боа Хэнкок. Раз в 100. По крайней мере, я так думаю.
Внезапно следующий день. Так, у тебя были какие-то проблемы? И где находится Яндожу? Рен из банды Небеса. Может знать информацию. Рен из Небес. Подожди. Ты хочешь найти Рена? Это единственная ниточка, которая у меня есть. Нет. Напрасно рискуешь своей жизнью. Мне и правда нужно найти Яндожу. Я должен отомстить за смерть моего отца. Все еще ничего не понял. Твое искусство применяется для защиты. Если будешь использовать свой кулак для других целей, пойдешь по пути зла, да? Да? Чё, да? Почему просто не оставишь меня в покое? Не хочу больше причинять неприятности. Ну что ж, ясно. Ступай, как знаешь. Да, тот, который на обложке, Рен. Поступай, как значит, знаешь, это что, меня выгнали из дома? Или что? О! Ремонт. Внезапно. Пойдем другой дорогой. Тут жизнь кипит. Дорогу перекрыли. С чего бы вдруг? Надеюсь, это не я там учинил беспорядки. Вчера ночью. Пиу. Ой, а кто это? О! Я слышал, что ты не ночуешь в гостинице. Нет. Ну и где ты спишь? Не говори, что у тебя номер в Гранд-отеле. Гранд-отель? Дорогой отель в Золотом квартале. Не могу себе представить, что ты там оставишься в таком месте. Лучше заходи в гостиницу, заходи. Ну правда. Эй, я всегда тебе помогала. Это все, что ты можешь сказать мне? Ладно. Я остановлюсь там. Помнишь, где это? В этом квартале. В квартале зеленого рынка, короче. Да, я знаю. Да. Эй! Я спешу. Увидимся. Нельзя назвать веселым. Вообще никогда не шутит. Видимо, мы теперь живем опять в бомжатнике, да? Толь Шаутау выгнал нас из дома.